Всем привет! Сегодня у нас на распаковке посылка, которая шла 23 дня. Посылка не отслеживалась. Это у нас чехол на телефон Elephone P8000 стоимостью $4,5. И вторая посылочка. Вторая посылочка, это у нас бампер на этот же телефон. Товар шел 17 дней, трек номер не отслеживался, цена 4,50. Так, ну давайте откроем. Смотрим, что нам положили еще и защиту на телефон. Ну, да, она вот. Ну что, спасибо. Спасибо. Так, ну и сам бампер, да? Давайте его откроем. Посмотрим, подойдет ли. Вот такой он белого цвета, прозрачный. Уже какая-то и царапина, как не царапина, но что-то такое есть. Ну, давайте посмотрим. Ну все, вошел, подошел, все закрыто, все отверстия совпадают, можно вложить спокойно. Все разблокировалось. Ну, все как бы нормально. Чуть-чуть бы здесь потуже было. Было бы лучше. Потому что как-то не очень вот здесь, вот в этой части, не очень пристаю. Вот видите. Ну, так нормально. Так. Давайте снимем. И посмотрим. Посмотрим на чехол, тот ли его прислали. Да, заказывали мы такую расцветку. Ну давайте посмотрим. Вот это обычная такая как бы сумочка. Расцветочка. Все вроде ровненько, все аккуратно. А, интересно, в бампере войдет туда или нет? О, в бампере туго входит, да? Ну, входит. Вот, смотрите, сделано так, что можно вот музыку слушать. Запустил, закрыл,
наушник клац и нормально. Нет, в бампере сюда. Ну, хотя со временем разойдется малеха. Так, вот такой товар у нас сегодня был на распаковке. Товар можно рекомендовать. Все нормально. Все подошло. Ссылка на товар будет под видео. Все. Всем удачи. Пока.